Все, что я знаю, это твое имя и твой тупой никнейм. Большего я не узнал до тебя, да и не хотел. Большего я не узнал тебя, да и не хотел. Но в этом батле ты будешь моей мишенью. И точкой обстрела будет твой ебальник, как в порно ебальник у Саши Грей. А после батла ты будешь смывать с лица моих детей. А если честно, 10 с тобой мне неинтересно. Куда интереснее 10 твою невесту, и поэтому мы и займемся этим процессом. Я видел твою невесту в свадебном платье, пьяную в мясо. Она облеванная гречневой кашей валялась в здании ЗАГСа. Все такая грязная, местами в собачьем дерьме и воняет ужасно. Но, как ни странно, ты счел эту типу довольно-таки прекрасный. Позвонил всем друзьям, Мик собрал свое братство, а кто-то взял с собой трояр, кто-то пакетики спайса. Ну, в общем, праздник, свадьба-то рад стараться, и вот пока она была в отличке, ты на ней расписался. Она хотела бы жить на остановку Сбербанка, но вы живете на свалке. В брачную ночь ты опять был смятку, и она хотела любви, потому кидать палку пришлось каким-то собачкам. В ней очень много места, как в трехкомнатной хатке. Наркоманы постоянно ищут в ней закладки. Заебал, не пали, блядь, меня. Наркоманы постоянно ищут в ней закладки. Бля, честно, только сегодня текст написал. Можно я посмотрю разочек? Нам неудобно сидеть. Да, у меня твой текст лежит. Время ограничено. Все. Твоя невеста страшная, как подожженная Барби. Люди со страху кидают в нее камни. И вообще, бить ебальник гораздо приятнее, чем бить ебальник Барабу Обаме. А, ладно, не будем о твоей невесте, начнем с тебя, сандал ебаный. Ты живешь на украинской, значит, немного каком. Ты несешь хуйту, будто в жопу ужалил Кличко. Ты пришел сюда и хотел устроить майдан, но перед батлом я хуем провел под бат. Так что, Дима, беги отсюда, как Янукович с Украины, а потом плачь мной, что все было нелегитимно. Но мы с тобой знаем правду, и она одна псина, прости меня, но твоя невеста рептилия. Рептилоид! Кстати, она звонила мне перед батлом, просила, все, ну хватит по мне, блин, напиши хоть что-нибудь про Диму, я еще пару панчей подкину. Но мне настолько похуй на тебя, что я на выходные написал про огромную книгу. Горько! Себя куплет хапай, это вызов, а значит пить не будем чай. Моя задача тут весело и значимо, опустить тебя своими рифмами и панчами. Выдумывать не стану, это суета не катит. Бухали блазер на аллее, а потом на хате. Да ты бухарик, видно по твоей пропитой харе. Пропись на лампах парень, и я даже не в ударе. Мой кот тоже Сёма, я его кастрировал, чтобы не стал по углам и ночью не орал. Тут есть соседи, Сёма, принимайте на заметку, как ласково МС превратить в конфетку. Папа, я знаю правду и скрывать ее не надо. Тебе есть сила только, когда ты под шпинатом. Но в виде санкций США вдруг прекратит поставку, и мы увидим, как Семен отправится в отставку. А мне приятно, что мой оппонент имеет вес. Это не может не влиять на творческий процесс. Но неизменно суть, я раздавлю тебя словесно. Прости, мой друг, но твое тупение здесь неуместно. Я интеллектуал, говорю по слогам, чтобы ты понимал, это твой провал, чтобы ты про меня на этом батле не сказал. Пусть многие решат, что для тебя тут нет нагрузки, мол, оппонента то-то разорвешь на куски. Но только не заплачь, при этом свете тусклом, когда порву тебя на хип-хам перезагрузки. Не трогай меня, молодой. Короче, мы с Леней перед батлом посидели и говорили, сколько будет шуток про мамоебство, про текущих девушек. Мы сделали от 8 до 13. Ну, думали. Но Папай сделал 8 суток, понимаешь? Вот про это все. Поэтому чисто из-за того, что очень много грязи, я отдаю ему свой голос. Ну, нельзя приходить на который батл подряд и говорить, что текст написал там за 15 минут до этого. Я знаю. Ну, знаешь тогда, что он выбрал. И еще, вот, чувак, как ты
себя называешь? Что? Ага, классно. Вот песня твоя, да, про ствол, там вот. Даже Папай побоялся один выходить на сцену после этого. Вот, блядь, вы лучше разницу между курком и спусковым крючком уже, а? Честно. Это неправильное мнение. Про ствол полит. И следующее слово уже два голоса за Дота и Паша Перс. Собственно, мой голос уже особенно тут ничего не изменит. Вот. Ну, блин, братан, я тебя там, конечно, нужно. Один победил